Всем привет! Вот стартует наше третье путешествие. Колян угорает, Ангелина тоже, но ничего страшного. Вот наш автобус. Все шмотки уже загрузили, костюмы тоже. Скажите пару слов. Все круто. Все круто? Ангелина, как тебе начало? Нормально. Нормально, пойдет. Так что все, мы начинаем. Поехали! Короче, вот мы стоим на границе, пацаны немножко умаялись. Сейчас попробую взять нормально в кадр. Видите, бедняжки устали. Их осматривали их сумки, они переволновались. Какие немилые, да? Ну, в общем, скоро поедем дальше. Ну что, Ангелина засыпает. Мы приехали в Паджеро, купили себе по мороженку. Коля сидит на бордюре. Вон там наш автобус. Вон там. Здесь все сидят, кушают. Мы уже поели в автобусе нормально. Свойскую еду. Все, что с собой брали. Рассказываю, на границе у нас забрали всю колбасу, там все мясное. Короче, что нельзя. Впервые за мои 9 лет поездок первое такое произошло, то что нас все забрали почти. Ну, у Коли не забрали колбасу, он с нами поделился. У нас были отбивные, отбивные не забрали, колбасу все забрали. Обидно. Перебиваемся мороженка. Все, едем дальше. Также. Может быть, а ты что скажешь?